На Петербургском международном экономическом форуме презентовали проект развития парка минного городка во Владивостоке. Мы подпишем концессию на строительство и оборудование всеми возможными условиями для отдыха парка минного городка, создание именно парковой зоны, создание зоны фастфуда, зоны прогулочной в минном городке. Вот, то есть срок реализации 2025-2026 год, в первую очередь 2025 год, где-то более там 3 миллиардов рублей вложения. Вот, со своей стороны концессионные условия поддерживают Минвосток развития, поддерживают, безусловно, и Приморский край. Мы там планируем также создать и беговую лыжную дорожку по периметру. Концепция нового парка минного городка разработана совместно с мэрией в рамках мастер-плана развития города с учетом пожелания жителей. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.